Всем привет! Всем привет! В последнее время на нашем канале появилось очень много новых зрителей, и вы все задаете одни и те же вопросы, спрашиваете, откуда мы приехали и где мы живем сейчас. Откуда мы? Мы пермяки, переехали с Пермского края, с города Соликамска в 2016 году. В Темрюкский район, поселок Приморский, переехали. Это совсем маленький поселок на берегу Таманского залива. И мы живем в своем доме. Сейчас у нас зима. Мы будем убирать снег. Да, снег убирать. Такое и на юге бывает. Вот. Намело у нас очень много снега. Вчера еще хотели его убрать, но все были домашние дела. И вот только сегодня у нас руки дошли, будем убирать, потому что уже сугробы. Уже и ворота не открываются, и двери тоже. Сегодня я отправила фотографии своим знакомым, показать, сколько у нас снега. Они удивляются. Так вы ж на юге живете? Это что, у вас там столько снега? Я говорю, да, сейчас пойдем еще убирать. Вот кто бы знал, вот такая здесь зима, снежная, что даже нужно снег убирать. Но у нас немного снега выпало. Если сравнить в других районах, то там вообще, конечно... Мама. Вот тебе лопата. Ага. Не знаю, вот такая есть. Ну как ты знаешь? Там еще была одна, папа ее убирал. А большая. Ставим, наверное, там где-то она находится. Ну ладно, и этого хватит мне. Улицу больше всего почистим, потому что там надо убрать. Ну, вот такие вот грязно, самим же потом ходить по грязи по этой. Да сегодня даже я не смогла открыть сарайчик. В том году, Ксюша, было больше снега. Да. Я потому что помню, что я этот снег убирала, возила на тележке и складывала под деревья, потому что снега было очень много. Ты знаешь, еще все впереди, еще столько дней это будет. Раньше у себя-то, на своей родине-то, сколько снега надо было убирать. Тут много убирать не будем. Ну, здесь немножко, только чтобы ворота открыть. Да, чтобы ворота открыть, все. Тут мы не ездим, не ходим. Вот кошка сидит, ревет, боится нашей собаки зайти. Я говорю, иди сюда, я тебя домой унесу. Вот только уношу ее на руках, не хочет заходить, вот все равно. Пойдем, пойдем, Кыса, пойдем, Бочечка. Все, сидишь тут, то на окне сидит, то здесь сидит, а домой не хочет идти. Иди сюда, я тебя унесу. Давай, иди сюда. Вот боится собаки, орёт. Пойду домой унесу. Только на руках вот так вот у нас. Домой сама не ходит. Не ходячая как будто кошка. Такая ловушка. Видите, а собака преследует. Она вообще проходу не дает. Все, малыша, уйди. Кошку домой запускаю. Самое проблемное место это вот здесь, вот где ворота, где калитка, что ты заходишь, выходишь. Потому что снега столько, что калитка даже не открывается. Вот это да, насыпала, называется. Всегда, когда начинается уборка снега, всегда думаю, надо купить лопату другую. Uh-huh. И так каждый год, уже шестой год. Не знаю, почему-то так вот всегда. И вроде обходимся этими лопатами, но каждый год думаю только об этом. Так, думаю, лето начнется, куплю по скидке лопату. Лето наступило, об этом даже и не думаю. Забываю. Так
немножко, чтобы хотя бы ворота открыть. Да, ворота открыть, чтобы хотя бы. А так-то растает же снег у нас. И ведь действительно, как вспомнишь, Урал, то, что папа каждое утро выходил гораздо раньше на улицу, в гараж. Вот это все он чистил. Вот эти вот сугробы постоянные. Это же вообще было. Северянам надо памятник ставить. Это столько месяцев в году приходится вот это вот разгребать. И у южан таких проблем нет практически. Ну что они там? Пару дней погребли в год и все. И тепло, и снега нет. Всем привет! Новый день у нас наступил. Сейчас мы хотим пойти посмотреть место, где мы можем повесить наш купленный термометр, потому что еще пока не знаем, где будем его весить. Хотим и не на солнце, и не в тени, чтобы он максимально правильные цифры нам показывал. Вчера поубирали снег, больше что-то как-то ничего не снимали. Дома находились. Нас продолжает заметать. Снега стало все больше и больше. Видите, никто еще утром даже не ходил на улицу. Не топтали, так что протаптываю дорожки я. Это получается, а толку-то то, что мы вчера этот снег убирали, его столько же намело. Вот снова, вот помните, да, вчера все же было убрано. Сейчас пытаемся понять, где нам лучше повесить градусник. И не знаем. Вот старый градусник, он висит вот здесь. Здесь навес и в тени. Но на солнце тоже нельзя вешать. Я вот здесь повесила, например. А как здесь присверливать его? Без разницы. Присверлиться? Там надо шурупчики маленькие. Ты хочешь с улицы смотреть? Ну да, потому что когда выходишь на улицу, да и, во-первых, здесь будет удобнее лето, чем идешь домой и там смотришь, сколько градусов. То, все-таки ты думаешь, что разница вот здесь повесить или здесь есть? Но там неудобно, из окна не видно даже. Когда смотришь, я вот сколько раз отправляла своим фотографию, а ничего не видно. Вот. Ну, давай здесь повесим. Вот здесь ну, тут да. Пока не надо, я буду залеплять его, облепим. Опять не получится, ну, значит, все. Или ты срочно прям надо вести? Да нет, ну можно не срочно, пусть еще лежит сколько-то времени. Я не просто. Ну, ты там, с местом определись сначала. Здесь, даже здесь, наверное, будет лучше. А ты этим бельем не сломаешь его? Здесь белье так я не вешаю, столько много. Давайте здесь сразу повесим на этом месте. Даже еще будет даже лучше. Ну, здесь солнышко на нее будет. Все равно. Ну, не так, но здесь, конечно. Получается, солнце только будет утром. После обеда уже здесь его нету. Но тут градусник, мне кажется, он врет почему-то. Он не совпадает температура с ним. Видишь, он как будет выступает. Ну ладно. Так. Нет, лучше в эту сторону, ну, чтобы оно так висело. И так будет он выступать сильно. Ну, видно будет хоть? Ну да. Не сделаю. Вот так где-то, да? Ну да. Гости тебя, малыш. Это гости к тебе приходили, что ли? Все, что осталось от гостей? Чего за жизнь? Молодец. Ешь, малыша, ешь, молодец. Жадная. Ешь, ешь, мой жадный. Самая жадная собачка. Стоит не под болотом.
Так, подожди, пусти. Так. Еле как установили этот термометр. Что-то какая-то была проблема с просверливанием. Ну и зацените, как вам новое место для термометра. Правильно ли мы вообще его повесили? Сейчас папа хочет посмотреть на домашнем сколько. Здесь у нас сейчас прям ноль показывает. Сейчас папа выглянет, скажет. Сколько там? Там ноль. Тут 2,5. 2,5, ну вот. Значит, где-то на 2 градуса, ну, этот 2, ошибается. Градуса, да. Пусть на 3 даже. На 3 градуса. Ага. Ну, теперь можно будет не заходить даже домой, а сразу на улице смотреть, сколько температура. Это раньше тяжело было, то, что надо было заходить только в дом и из дома смотреть.